Вставай. Сразу не мажоры. Задний ходок. Подтягивайте. Слава Украине! Героям слава! Ну, коротко наши новини. Перша новина. Сьогодні до нашого руху приєдналося ще 5 побратимів. Друга новина знову сумна. Згідно зводок речника АТО і повідомлені з Фейсбука, на сьогодні у нас за минулу добу троє людей втрачено. Один загиблий і двоє померлих від ран, які в попередні дні були поранені. Пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Ну, і ще хочеться сказати. Фейсбук, засоби масової інформації, повно повідомлень, що в Київ з'їжджаються учасники шоколадного антимайдану. Ну, і як не дивно, чомусь міліція не зупиняє ні автобуси, ні поїзди. Чомусь номери автобусів і номери вагонів не переписує, і чомусь не щемить власників автотранспорту і українську залізницю. Що є дуже дивно. До речі, конструкції на Майдані Незалежності чомусь вже прибрані, і я так розумію, що і рух автотранспорту на неділю, як завжди, по Хрещатику буде закритий. От. Ну і так відчуваю, що в неділю навіть побачимо жовтенят, ну тобто тих строковиків з Нацгвардії України, які отримали медалі за оборону Жовтневого палацу. От. Ну, на сьогодні від мене все. Слава Україні! Доброго дня. Давайте в двух словах обсудим еще некоторые события, которые происходят. Сегодня был выпущен из-под стражи один из убийц журналиста Веремия. Это, если вы помните, события, когда тетушки на Майдане начали нападать на людей. И в том числе некоторых убили, к сожалению. И сегодня выпустили одного из них. Я хочу зачитать информацию с решения суда. Мы, к сожалению, не знали о том, что этот суд будет проходить. Я хочу сказать, что организаторы могли бы, собственно, со стороны потерпевших к нам и обратиться, потому что Facebook большой, мы не можем за всем отслеживать. Обязательно бы пришли. Суд установил, що 17 лютого 2014 року Крисін, це фамілія, уроженець Горловки Донецької області, погодився за грошову винагороду в сумі 20 тисяч доларів забрати групу тітушок для протидії активістам Євромайдану. Зокрема, 18 лютого 2014 року він і його підлегли зібрались на Михайлівській площі в Києві для блокування і побиття мітингувальників. Зокрема, 18 лютого 2014 року він і його підлегли За допомогою гранати зупинили автомобіль, у якому їхав журналіст Веремій, витягли його з авто і побили бітами. Один із тітушок після цього вистрілив у журналіста. Від отриманих поранень той помер у лікарні. Крисін у суді визнав свою провину в кримінальних злочинах, а саме в хуліганстві і завданні тілесних ушкоджень.
Він заперечує, що навмисно вбив Вермія, каже, що не хотів. У зв'язку з тим, що у нього два малолітніх ребенка, дитини, його відпустили. Я вважаю, що подобні приговори – це сигнал напрямую к новым тетушкам, которые создают различные оперативные резервы и предлагают давить физически всех тех, кто не согласен, что наше шоколадное королевство цветет и пахнет, что у нас все замечательно. Тем новым беркутам, которых постоянно инструктируют о том, что выполняй любой приказ, даже злочинный, а мы тебя отмажем, это прямой им сигнал. И сигнал не первый. Два дня назад решением Харьковского суда был выпущен один из лидеров так званого угруппования «Юго-Восток», который в Харькове пытался в 2014 году захватить власть. Помните все события харьковские. Вышел он из зала суда со словами, это было зафиксировано, «Смерть укром». Я так разумею, что эти два человека, они теперь свободные граждане Украины и могут нормально приезжать и пить кофе в честь правильного пацана, президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. И я думаю, что в этом обществе им вопросов не зададут. Хотя для меня странно, почему масса людей, которые воевали, не задают себе вопрос, почему отпускают сепаратистов, почему отпускают всех тех, кто сдавал Донбасс, почему отпускают или меняют всех российских наемников, и почему их боевые побратимы сидят в тюрьме. А я разговаривал с одним из них, а у них все просто. А это непобратимы. Один из них, у которого оторвало руку, это позывной Святослав Донбассовец, по их словам, заблудился и случайно прилетела мина, и ничего там героического нет, термина там, а человек был на Майдане. Причем один из тех, кто тогда первый начал стрелять, защищаться от Беркута. Другой у него, Богдан Пташник, который еще в 2014 году пошел и принял участие в первом бою под Карловкой, был очень серьезно ранен, до сих пор вы видели, как он ходит. Для него он русская вата. Я думаю, я поважаю всех тех людей, которые хотят собираться и обсуждать свои мысли, спилкуватися. Я не понимаю только нескольких вещей. Первое, почему все скрывают что-то сбор за Порошенко? Это очень плохая услуга президенту. Так получается что? Что за него никого нет? Его политику никто не одобряет? Все приходят только пить кофе? Второе, я не понимаю, почему нужно обязательно обливать дерьмом всех тех, кто имеет другую мысль. Всех тех, кто считает, что выпустить Крысина, выпустить других сепаров. А помните, же до этого было? В Одессе выпустили, до этого в Киеве выпустили. А в это время в Мариупольские и в Харьковские СИЗО сводят патриоты. Поэтому я очень рад, что наконец открыли Майдан и освободили от конструкции для того, чтобы могли собраться люди. Я единственное не понимаю, как можно быть такими слепыми. Идет очень серьезная агитация и пропаганда Национальной гвардии. Недавно был скандал, люди зашли в музей Национальной гвардии. Что они там увидели? Из всех экспозиций, из всех комнат, только одно небольшой участок посвящен войне за нашу независимость. Все остальное – это красные знамена, это история спецотрядов НКВС, это история спецотрядов внутренних войск СССР. Это история фактически людей, которые давили, душили свободу, в том числе наших предков. И скажите, пожалуйста, если музей – это именно собрание, собрание символов, по которым воспитывают нынешних бойцов, то разве вот такая коллекция русского мира, разве такая коллекция символов, которые нам чужды, могут чему-то хорошему научить? Я знаю, что сейчас идет очень серьезная агитация в рядах Национальной гвардии. Им рассказывают, что, а вы знаете, те, которые были на Майдане, беркуты, они на самом деле просто немножечко ошиблись. Ну, такие психованные были. Но любая власть якобы не наказывает тех, кто убивает по любому приказу, иначе все разрушается. Поэтому нельзя, никого не накажут из тех, кто убивал Небесную Сотню, никого не накажут и из вас, если вы будете выполнять приказы. С
Создаются различные оперативные тетушечные резервы. Есть информация о том, что готовятся под видом атовцев опять отряды из Харькова, из Одессы, из Миколаева. Я имею на увазе те самые люди, которые не нашли в себе храбрости открыто выступить против Украины в 2014 году, но которые все это время ее ненавидели здесь. Если вы видели, и сюда привозят постоянно спецпризначенцев именно из Донецкой области. Мы видим, что все эти усилия направлены на разжигание, на имитацию конфликта внутри нашего общества во время войны. И только эта причина заставляет меня говорить про подобные акции. Мне байдуже, кто и где собирается. Если люди не хотят видеть реальность, это их личное дело. Но если только один из ступеней, звеньев в цепи разжигания конфликта внутри нашего суспинства, я вижу в этом не просто небеспеку, я вижу в этом реальный путинский сценарий. Это их методы. Это даже не совок, это чистая рашка нынешняя. Поэтому нам нужно с вами очень серьезно вырасти в агитационном ключе, чтобы уметь коротко и ясно доносить мысли для тех людей, которые реально обмануты. А сейчас очень мощный поток информации, и многие не разбираются, что вообще происходит, а им средства массовой информации с купленными экспертами, депутатами, лидеры мнений, которые брешут, дают полупережеванную пищу, рассказывают, что на самом деле все извращают. Поэтому нам нужно быть способным этим людям помочь, потому что наших сограждан, вот таких, никто не вытащит из этого капкана информационного. Я далек от мысли, что там все, ну реально, за коррупцию, за Ротердам Плюс, за Медведчука, за Ахметова. А знаете, что вышло интервью у представителя президента Порошенко, а он официального представителя на Минских переговорах, человека, который под себя подобрал массу коммерческих схем и СБУ ему помогала внутри страны, Медведчука. Он впрямую заявил, я думаю, этот клип можете найти, он сказал, что он друг Путина и этим гордится. То есть вдумайтесь, люди собираются обсуждать тем, что здесь палаточный лагерь, тем, что здесь кто-то критикует власть, вымышленные наши какие-то деяния, которые мы не делали. А здесь, внутри страны, официальный представитель президента на переговорах с врагом, человек, который называют другом себя, другом фюрера фактически, пресс-фюрера, как мы его называем, хуйла, умовно кажучи. И скажите, пожалуйста, как можно относиться к людям, которые этого не замечают? Поэтому нам нужно будет однозначно с вами вырасти в информационном плане, чтобы уметь быстро и коротко доносить нашу мысль, потому что на них работают тысячи ботов, на них работает Ольгина, Банковая, на них работают купленные средства массовой информации. Когда и если такое случится, что под видом инакомыслия, под видом того, что у кого-то иная думка, попытаются устраивать провокации, как в одну, так и в другую сторону, попытаются все-таки расколоть украинцев, не просто в виртуальных сетях, а здесь толкнуть крови, мы должны быть способными это остановить. Потому что нам не нужна кровь, нам не нужно конфликт внутри страны, нам нужен закон, нормально работающая держава и победа в войне. Война у нас оборонительная, поэтому мы однозначно должны отбиться. Спасибо тем людям, которые после наших встреч вызвались, пришли, сказали, мы готовы помогать в аналитическом отделе, мы готовы помогать в информационном отделе, мы готовы помогать в отделе агитации. Сейчас очень важно, чтобы мы свою структуру, пусть слабую, пусть общественную, противопоставили их системе. Но просто за нами правда, за нами Бог. Поэтому даже небольшая, но слаженная структура с идеями Украины, настоящей Украины, однозначно победит. Друзья, кто еще хочет выступить, кроме меня? О, да. Егор Соболев. Перше, хочу всім подякувати, хто разом зі мною переживав за мою родину. Впевнений, що вони нас ні в який спосіб не залякають, не зламають. Все буде добре.
Друге, я хотів сказати великий комплімент і Семену, і штабу, і всім людям, які зараз включилися в організації. Мені здається, і я це бачу всередині, я впевнений, скоро це люди побачать назовні, ми стаємо сильнішими, тому що ми стаємо організованішими. Велика подяка групі людей, які взялися роз'яснювати нашу позицію, які взялися доносити нашу позицію. Перемагають завжди тільки ідеї. А люди, які є носіями ідей, разом з ними непереможні. І тут велика шана і Зоряну, і всім іншим хлопцям, які достукаються зараз до суспільства. Наша наступна мета, я думаю, що ми її обов'язково реалізуємо наступного року, створити справжню армію визволення всередині країни. Ми з вами добре знаємо, наскільки небезпечним є ситуація на фронті, наскільки є постійною загрозою вторгнення Путіна. І одна з речей, які ми маємо протиставити цьому, це підготовлені хлопці, дівчата, українські громадяни, які знають, що робити у випадку вторгнення воїна, ворога. Я знаю, що і в Донбасі, і в Айдарі, і в правому секторі, і в інших підрозділах, які сформували рух визволення, є багато дуже досвідчених людей, які зможуть передати ці знання іншим людям. І я думаю, що творення такої армії визволення є дуже-дуже важливим для країни. І для того, щоб встановити законний порядок, і для того, щоб Путін знав, що якщо він знову спробує окупувати більше українських земель, ці землі загоряться в нього під ногами. Але ще раз хотів всім сказати, що які б в нас не були труднощі, які б в нас не були виклики, які б загрози перед нами не поставали, завдяки таким людям, як ви, завдяки ідеї творення класної, сильної, справедливої держави Україна, яка нас об'єднює, ми з вами обов'язково переможемо. Ну що, хлопці, гімн? Ще не в мене.